Всем привет-привет! И я рада видеть вас на моей новой кухне. Для тех, кто, возможно, впервые на моем канале, либо вы на моем канале уже давно, но не знаете о том, что у меня есть еще один канал. Канал про мой дом, про мою жизнь, про мою семью. Ну и вообще, про то, что в моей жизни происходит. Обязательно подписывайтесь, ссылочку я вам оставлю в описании. Но дело сейчас не в моем канале, а будем мы с вами делать распаковочку от одной из моих подписчиц, которая занимается такой известной фирмой, как Greenway. Это товары для дома и все в этом роде. Экологические, чистые, ну что-то вот в этом роде. То есть без использования химии можно отмывать разные вещи. Фирму я эту знаю. И вот она сделала мне такой подарочек. Так как дом у нас еще в состоянии стройки, здесь очень много всего происходит, много моется, убирается. Короче, это, я считаю, конечно, незаменимый подарок для дома. Чему я, конечно же, безумно рада. Ну, а мы с вами сейчас посмотрим, что мне тут надарили. Я даже не знаю, за что хвататься, если честно, тут столько всего. Так, начнем, наверное, с самого большого. Превратите уборку в удовольствие. Вот такую швабру мне подарили. Наконец-то у меня будет швабра нормальная. То я как бомжиха тут хожу со своей старой шваброй. Так, а это, я так понимаю, ручка к швабре. То есть надо, наверное, открыть, посмотреть, хоть на нее, хоть потрогать, ё-моё. Я, честно говоря, только на картинке увидела эту швабру. Все хотела себе купить, но как-то финансы со стройкой запели романсы, и так и осталось все в состоянии «хочу». Так, тут больше ничего нет. Вау, ничего себе. Это тряпочка к ней. Их две штуки. Одна, я так понимаю, как типа для полировки, а другая для чего-то другого. Короче, такая. Вот такая гладкая, а еще она, оказывается, открывается и может быть вот такой. Помните, недавно я совсем на канале показывала, что купила себе такую штучку, она никуда не подошла. Вот, теперь у меня есть такая модная швабра. Так, и ручку сейчас попробую вставить. Посмотрим. Первый раз, честно говорю, делаю. Делаем. Вот. Так, это закрутить. Сначала надо открутить. Покрутить. Вот. Та-да-да-дам-да-да! Я вот с новой шваброй. Бомба. Так, тряпочка для швабры еще одна. Это мы отложим, чтобы уже не путаться, что я это показываю. Так, универсальные пластины для стирки. Бережная забота о ваших вещах. Про пластинки я тоже слышала. Короче, их нужно класть вместо стирального порошка. И все, типа белье ваше будет чистое. Попробую. Так, тряпочки мои любимые, но к ним я сейчас вернусь. Чуть-чуть позже, что тут интересное. Мистики мои любимые, кто, ну как бы, я не пробовала вот этот оранжевый, это порошок очищающий, сказали, нужно его, он нужен для стекла, хрусталя, серебра, чайник, кофеварка, фарфор, но нужно добавлять, растворять что-то в кипятке. И мистик для трудно оттираемых, короче, таких вещей. Ну, я делала холодильник на моем втором канале, вы можете зайти посмотреть, я там отмывала холодильник при помощи мистика, очень крутая штука. Это я вам точно говорю, стопудово. Маска для лица, попробую, с пребиотиками, экстрактами, топинамбура, способствует повышению иммунитета кожи, позволяет минимизировать последствия негативного влияния окружающей среды,
способствует профилактике возрастных изменений. Жалко, что она одна, и не понять сразу будет, как он так. Ну, попробуем. Это я все люблю. Шармель. Так, это, наверное, мыло. Мыло, манго, натуральное, твердое туалетное мыло. Девочки, аромат просто бомбический. Вот такое мыльце. Прям даже жалко его и мыть. Пусть пока. Стоит его нюхать. Ну, Серега все время говорит, что тебе не взял, пользуйся. А мне все жалко, все жалко. Так, гель восстанавливающий. Я тоже себе такой купила. Короче, он от растяжений, от болей всяких в суставах. Ну, там много всяких показаний. Все это можно на сайте почитать. Там... Как говорят, панацея от всех болезней практически. Это я тоже за него знаю. Салфетка универсальная. Это вот такая красивая голубая салфеточка. Тоже я на своем канале мыла окошки. Это реально бомбическая вещь. Просто супер-пупер. Так, ладно, не буду я ее туда запихивать. Салфетка для стекол. Это тоже просто супер-пупер вещь. Да, может быть, она дорогая, но она, честно говоря, свои деньги оправдывает. Я вам сразу скажу. То есть, дорого, но качественно. И салфетка в рубчик для кухни. Я тоже ей пользуюсь. И вот кто смотрел мой каналчик, я как раз отмывала холодильник при помощи вот этой вот салфетки в рубчик. Так что я теперь просто супер богатая женщина. Золото у меня тут просто целая коробка. Золотишко, вещичек. Вот такой незаменимый подарочек мне прислала моя подписчица. Номер телефончика я оставлю вам тоже под видео. Так что, если что, вы сможете с ней связаться. Спасибо большое за такой, ну, просто, я считаю, безумно крутой подарок. Я столько добра, прям мне сразу навалили, прям. Готова танцевать, потому что это действительно классные вещички, которые мне подарили. Большое-большое спасибо еще раз. Я, как всегда, надеюсь, что моя распаковочка подарков вам понравилось, что вы поставите нам свои лайкусики. Также я, конечно же, буду ждать ваших комментариев. Ну и, как всегда, если вы были со мной впервые, значит, обязательно подписывайтесь на канал. Особенно подписывайтесь на мой второй канал. Ссылочку, еще раз говорю, оставлю в описании. На сегодня все. Всем пока-пока!